Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Тема сегодняшнего выпуска – как сохранить репродуктивное здоровье. Врачи предостерегают, что если в детстве какие-то болезни пропустить, то в дальнейшем могут быть какие-то проблемы. И поэтому вот сегодня мы поговорим именно о репродуктивном здоровье, о том, как часто нужно приходить к детскому гинекологу. И на эти и другие вопросы нам ответит специалист. Это Калимуллина Венера Някибовна, это главный специалист-гинеколог, главный штатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Някива. Ну, мой первый вопрос. Значит, вот врач-гинеколог – это такой необычный врач все-таки, да? Ну, детский, я имею в виду, гинеколог в какой-то степени, да? Вот скажите, пожалуйста, какой возраст ведет этот специалист? В каком возрасте лучше всего приводить, значит, вот девочек все-таки к гинекологу? И если это определенный возраст, то почему вот такой возрастной ценз какой-то есть? Детские гинекологи – это обычные врачи, хочется все-таки сразу обычные, сказать. Да? Обычные врачи, которые выполняют свою работу. И сразу же хочу сказать, надо, чтобы мамы настраивали детей, не запугивали, что вот мы завтра пойдем к гинекологу, к детскому. А наоборот настраивали, что это такой же обычный врач. Который чтобы психологический барьер был снят. Да, да? Что он проводит простой осмотр, так же, как лор осматривает в горло, стоматолог осматривает ротовую полость, хирург осматривает живот, также и детский гинеколог. Это простой осмотр. Рекомендуем мы, чтобы девочки вообще приходили на осмотр, на профилактические осмотры раз в полгода. Раз в полгода. Да, но осматриваем мы детей, начинаем, профосмотр у нас начинается, это в 3 года. Профилактический медицинский осмотр. Да, это в 3 года, это возраст, когда девочки оформляются в садик, обязательно должен осматривать гинеколог, чтобы исключить какие-либо врожденные патологии, нет ли воспалительных процессов, нет ли сращений малых половых губ, так называемой синехии, нет ли травм. То есть ребенок спокойно может посещать детский сад. Следующий возраст, когда необходимо девочкам приходить на профилактический медицинский осмотр, это в 6 лет. Это перед поступлением в школу. Ну, то есть и там детский сад, здесь школа. Да, будет. И как раз тоже здесь идет осмотр врачом на предмет, нет ли воспалительных процессов, нет ли преждевременных половых созреваний. А следующий у нас осмотр – это в 12 лет, когда в основном это средний возраст, когда идет становление менструального цикла. Специально приглашаются девочки для беседы. Помимо осмотра еще беседы, то есть доктора, специалисты рассказывают девочкам о менструальном цикле, о том, как правильно себя вести в эти дни, о характеристике менструального цикла, то есть сколько должны длиться, болезненные, неболезненные, какой цикл должен составляться. Рассказывают о том, что необходимо вести менструальные календари девочкам, чтобы потом, если какие-то проблемы возникали, доктор, смотря на эти записи, мог более точно установить диагноз. И следующие года, когда приходят девочки на медосмотр, на профилактические, это 14, 15, 16, 17 ежегодно лет. Получается. Ежегодно до перехода во взрослую среду. Ну, как я уже говорила, в первую очередь это должны, конечно, мамы настраивать детей. Если мама спокойна, если мама не переживает, это из опыта уже даже, не то, что там по литературе. Видно, что девочка заходит в кабинет спокойно. Она не боится, у нее нет ужаса в глазах, она не плачет. И с таким ребенком намного проще работать, его легче осматривать. Поэтому мы всегда призываем мам, чтобы они девочек перед приемом всегда с ними проводили беседу. Ну, то есть вот сейчас мы больше даже информацию даем для мам, да? Чтобы они действительно подготовили девочку. Да. А самостоятельно может девочка прийти в каком-то вот возрасте без, значит, ну, не ставя в известность родителей, вот самостоятельно? И примется ли это вот ребенок? А самостоятельно девочка может к нам прийти старше 15 лет. Может прийти, да? Она может прийти. К сожалению, и то есть все будет конфиденциально? Да. Абсолютно, да? К сожалению, 14-летние девочки самостоятельно, без сопровождения законного представителя, мы не имеем права их осматривать. Беседу провести сможем.
А смотреть нет. Нина Кирилловна, ну, сейчас вы очень хорошо сказали, что это, в принципе, обычный такой прием обычного врача, да? Очень хорошие слова. Но вот все-таки, почему-то, вот на ваше мнение, почему влияет, почему такой психологический какой-то барьер возникает, да? И все-таки вот как его, как тут, ну, сейчас мы частично уже его разрушили, этот барьер, я думаю. Но все-таки, вот что бы вы еще сказали в этом направлении? Ну, когда девочки к нам приходят на прием в первый раз с мамами, во-первых, это... Ну, какие-то, может быть, нравственные сначала идут устои, что вот это стыдно, это стыдно, это как-то нехорошо. И хорошо, когда мама включается в прием, начинает говорить, что ну, ты видишь, это даже не мужчина, это женщина перед тобой, это тот единственный доктор, которому ты можешь довериться и показать, успокаивает, это первый этап. А детей до 3 лет... Ну, от года до 3 лет мы осматриваем на пеленальном столике или на кушетке. Ну и стараемся, чтобы не было такого психологического барьера у детей даже до 6 лет на кушетке осматривать, не приглашаем их на кресло. В какой степени такая адаптация идет потихоньку? Да. А уже старше 6 лет мы, конечно, ну, нужно уже начинать привыкать. То есть уже осмотр проходит на кресле у нас. Венера Кимовна, а вот с какими все-таки вот жалобами или с какой симптоматикой вот девочка-подросток должна обратиться к врачу-гинекологу, к детскому? Или что должно маму насторожить, вот, если это ребенок, например, девочка? Ну, подростки обычно обращаются с жалобами, это с нарушением со стороны менструального цикла. Это когда месячные длятся больше 8 дней или меньше 3 дней. Это когда месячные болезненные, то есть они не дают вести нормальный бытовой образ жизни. То есть они не ходят в школу с этими болями, лежат на диване, по дому никакие работы не выполняют. То есть там так, и слабость может быть. И слабость, и головокружение. С такими жалобами обращаются. Вот эту маму должно насторожить, чтобы обратиться к гинекологу. Нерегулярный цикл, то есть когда менструальный цикл меньше 3 недель или наоборот больше 2 месяцев, то есть задержка наблюдается. Когда у девочки, у подростка появляются растяжки на теле, когда резко прибавляет весе или когда она резко начинает худеть. То есть на это надо обратить внимание? Да, тоже. Потому что изменение веса тоже влияет, огромную роль оказывает на регуляцию менструального цикла. Потому что менструальный цикл – это тот механизм, который у нас протекает в организме девушки, женщины, регулируется центральной нервной системой. И регулируется специальными половыми гормонами, которые вырабатываются в яичниках. А они у нас синтезируются жировой ткани. И если у девочки дефицит веса, то есть жировой ткани меньше 20%, то это должно настораживать. У нее могут быть проблемы с менструацией, а в дальнейшем и с беременностью. Наша же цель какова? Для того, чтобы девочек подготовить, чтобы они были здоровы, чтобы они могли... благополучно забеременеть, выносить беременность и родить здорового ребенка, в чем и заключается репродуктивное здоровье. Следующий момент – это если у девочки появляются жалобы, ну, как и у маленьких детей, какие-то проблемы дизурического характера, выделение, зуд, потому что воспалительные процессы, если на них не обращать внимания и думать, что они пройдут сами собой, проблемы они переходят в хроническую форму и по восходящей переходят на половые органы внутренние. Это на придатки, на матку. И в дальнейшем это может приводить к бесплодию. Поэтому на это тоже нужно обращать маму. Девочки могут обращаться сами, подростки старше 15 лет. Могут приходить мамы на консультацию. То есть даже без ребенка? Без ребенка, если ее что-то беспокоит. И у нас очень часто мама приходит, рассказывает, вот я сначала без нее пришла, вы мне расскажите, как мне лучше подготовить. Зато она уже ребенку скажет грамотно, да, все четко, да, разложит. И она потом приходит с ребенком, и ребенок, любой ребенок, это не обязательно 3 года, 6, 10, 12, все волнуются. Конечно. Но когда с ними мамы проводят беседу, и мы девочкам говорим, что... Самый близкий друг у тебя мама, ты можешь ей все доверить и честно ей рассказать. Она тебя только поддержит, никогда не осудит. Пытаемся налаживать контакты, чтобы вот не было у нас этих психологических барьеров. И к нам идут девочки, охотно идут.
Бывает, конечно, когда стесняются, когда уходят и говорят, что больше ни разу не придут. Но приходят. В большинстве случаев приходят. Меня Никитина, а вот все-таки вот еще раз давайте скажем, с профилактической целью, да, вот именно гинекологу детскому, вот сколько раз, еще раз вот скажем, сколько раз надо в году приходить и какие возраста? Мы рекомендуем приходить раз в полгода. Раз в полгода. Раз в полгода. А профилактические медицинские осмотры, которые по определенным возрастам, это в 3, в 6, 12, 14, 15, 16, 17 лет. Ну, это несложно, в принципе, запомнить. Да. Ну, и, в принципе, врачи первичного звена, да, они тоже это знают и направляют, да, тоже. Вот. Венера Никитовна, скажи, пожалуйста, а вот сейчас мы много говорим о репродуктивном здоровье. Конечно, о нем нужно заботиться. Вот, кстати, вот ваше мнение как специалиста, вот о нем нужно думать во время беременности, да, или во время родов, да, после рождения ребенка, или уже даже при планировании ребенка, вот женщине, да, вот о будущем репродуктивном здоровье своего ребенка, когда нужно думать, задумываться? Ну, что такое репродуктивное здоровье? Да, само репродуктивное здоровье. Репродуктивное здоровье – это комплексное понятие. Угу. Это не вот только проблемы у девочек со стороны гинекологии или проблемы у мальчиков. Это не только возможность там рожать. Да, это репродуктивное здоровье – это вот такое состояние, когда, женщину возьмем, когда она способна сама самостоятельно забеременеть без проблем, выносить эту беременность и в срок родить здорового ребенка. И понятно, что репродуктивное здоровье – это не только гинекологические проблемы, это и проблемы сердечно-сосудистой системы, это эндокринные, дыхательные, мочевыделительные, это все в комплексе. И не только соматическое здоровье здесь берется, здесь и психоэмоциональное состояние тоже берется. Поэтому думать нужно, если мы хотим, чтобы наши дети были здоровы в этом плане, репродуктивное здоровье, нужно... Получается, нужно думать всегда. Всегда, даже когда планируют беременность, подойти к этому очень ответственно. Не просто вот, что случилось, как случилось, так случилось, а именно ответственно пройти специальную подготовку. Мужчины к своему специалисту должны сходить, женщины к своему специалисту должны сходить. Я считаю, что это должно быть заранее, не во время беременности, не после родов. И это тоже, конечно, складывается. Родители должны подходить ответственно к здоровью своего ребенка, приходить в назначенные сроки. Если доктора говорят, что нужно приходить на профосмотр, значит, нужно. Если доктора говорят, что нужно сделать эту прививку, значит, нужно. Потому что репродуктивное здоровье, я повторяюсь, это комплексное. Мария Никитовна, вот есть центр репродуктивного здоровья, да, на базе детской городской клинической больницы. Скажите, пожалуйста, я знаю, что это так, да, насколько он помогает именно развитию репродуктивного здоровья, да, и решает какие-то проблемы, и вот все, что вы говорите, насколько он участвует в этом всем? Ну, центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков у нас уже... Прям так и детей и подростков именно прям называется, да? Да, 15 лет был юбилей. Если дети обращаются за помощью, неважно, к какому специалисту. И родители тоже, наверное. И родители, гинекологу ли это, или кардиологу, к неврологу не могут попасть на прием. У нас всегда к этому относятся спокойно. Всегда врачи-специалисты примут, если ребенок обратился в центр охраны здоровья. То есть там системный подход такой идет? Да, да. И у нас как бы никогда не возникало вопросов, проблем с этим. У нас очень развито волонтерское движение. То есть дети, которые у нас были, они у нас заходят группами. Мы проводим с ними беседы, лекции, осмотры у нас всех узких специалистов проходят. Если выявляем какие-то изменения со стороны здоровья, обязательно назначаем лечение, обязательно берем их в диспансерную группу, то есть они у нас состоят на учете. При выздоровлении, естественно, мы снимаем их с учета. У нас достаточно спокойная, добродушная обстановка. Детям у нас очень нравится. И вот именно волонтерское движение помогает нам расширять контакты. Они сами, дети, рассказывают о нашем центре, и другие приходят из других районов, не только те дети, которые к нашей больнице прикреплены, и с Заволжского района к нам обращаются. Если кто-то хочет, у кого-то если какие-то вопросы, всегда могут позвонить по телефону 27 18 50.
специалисты все объяснят. Это по типу как горячей линии? Или... Да, да, да. Угу. Могут позвонить, и специалисты все объяснят, скажут, как к нам можно попасть, угу. к какому узкому специалисту можно будет прийти на консультацию. Елена Никитовна, скажи, пожалуйста, а вот в каком возрасте нужно говорить о вопросах контрацепции, да? О вопросах, ну, вообще о проблемах абортов, да? Вот об этой теме вообще, насколько аборты, ну, скажем так, да, пагубно влияют на организм в дальнейшем, да, женский. Ну, все-таки вот об этом, как, в каком возрасте нужно говорить, когда, и вот об этом давайте поговорим. Ну, и кто должен на себя это взять, эту функцию? Вот. По моему мнению, угу. и потом я с другими специалистами угу. разговаривала. Сложная тема довольно-таки. Очень да. сложная. Угу. Определенного критерия возрастного нет. Все дети разные. Кому-то нужно в 13 лет угу. об этом сказать, предупредить, а кому-то и в 16 лет рано еще это говорить. Это все индивидуально. Угу. Следующий момент хотелось бы сказать, что вот как в начале нашей беседы все-таки... Такие беседы должна проводить мама. То есть я имею в семье девочкой. Должно быть это? Да, угу. должно сначала исходить все это из семьи. Угу. Если мама не знает, как найти подход, она всегда может обратиться к детским гинекологам, мы всегда подскажем, расскажем, потом, может быть, и даже пригласим на беседу, если это будет необходимо. Но всегда сначала должна начинать беседу мама. Не интернет, не подружки, не сарафанное радио. Если уж у мамы не получается, то нужно обращаться к узким специалистам, подходить. Не стесняться, задавать вопросы. Может быть, сесть дома, подумать, написать на листочке, если что-то там. У нас всегда открытые разговоры. Здесь раньше времени говорить... Девочка пришла в 15 лет, у нее проблемы с менструацией, но не будем же мы ей сразу о контрацепции и абортах рассказывать. Сначала надо узнать, чем она живет. Конечно. Да, и когда девушка приходит, ей 16-17 лет, и она говорит, что она начала жить половой жизнью, здесь мы, конечно, ей в помощь будем говорить, какие методы контрацепции лучше использовать, для чего эти методы контрацепции, что некоторые не только от беременности защищают и последствия от нежелательного аборта, но и от заболеваний, которые передаются половым путем. Предохраняет, потому что это тоже потом сказывается на репродуктивном здоровье. Начала девочка жить половой жизнью. Мы вот это вот с ней на эту тему беседуем. Нет, мы стараемся эту тему не затрагивать. Не надо... приходят некоторые взрослые, а вот нам нужно, вот, если спросят, а когда можно начинать жить половой жизнью? Ну что, это несерьезные вопросы, и мы говорим, вообще не надо... детей об этом, если они не хотят, настраивать их раньше времени не надо. И пусть сначала любовь придет, да? Да, дети сами созреют, у них все физиологично, у каждого конечно. По-разному работает психология, надо быть, они сами спросят. Но все-таки культура воспитания все равно должна быть. Все-таки должна быть. Елена Никитовна, скажите, пожалуйста, а вот насколько вредные привычки, да? Алкоголь, ну это само собой разумеется, да, а вот курение там, да, низкая двигательная активность сейчас, это тоже, я считаю, как бы, ну не вредная привычка, да, но такой тоже фактор очень, да, довольно-таки сильный, да, риска. Вот насколько это все влияет на репродуктивное здоровье девочки и женщины в дальнейшем, да, вот об этом давайте расскажем. Как я говорила, у нас менструальный цикл – это своеобразный механизм, уникальный механизм в организме девушки, женщины. Регулируется центральной нервной системой. И любые пагубные воздействия, будь то никотин, алкоголь, наркотики, какие-то стрессовые состояния, они пагубно влияют в первую очередь на центральную нервную систему, а та, в свою очередь, приводит к тому, что нарушается ритмичный, регулярный выработка, синтез половых гормонов, и, соответственно, идет разрушение... тех мелких структур в яичниках, которые находятся. То есть идет разрушение, изначально идет разрушение в яичниках. Это, в свою очередь, будет сказываться на функции матки. Но не будем так углубляться. Еще бы мне хотелось сказать, да, гиподинамия. И плюс у подростков еще в последнее время бич – это бессонница. Когда центральная нервная система не отдыхает, когда нет полноценного сна,
Когда ребенок постоянно в стрессе, это тоже сказывается, особенно у девочек, сказывается на функции. Гормональный фон сразу сбивается. Гормональные функции сбиваются, у них проблемы, и к нам очень часто приходят. И она в 10 классе, она уже переживает за сдачу единого государственного экзамена, она уже ночами не спит, и она приходит с проблемой, что у нее пропали месячные. То есть, получается, уже надо и психологов подключать. Конечно, может, мы говорим, успокойся, тебе еще до экзаменов, еще целый год. Ты живи той жизнью, которой ты жила 2-3 года тому назад. Ну, там уже единично, но бывают такие случаи. Бывает, тоже, бывает. И поэтому я уже не говорю об алкоголе, о никотине. Это само собой. Все это ведет к нарушению репродуктивной системы. Никита, а сейчас такой бич стал, да, не могу об этом не спросить. Да, вот эти вот смеси, да, вот эти курительные, без, вот, без табака, да, ну вот эти вот вейпы, вот эти, да, вот это все, это даже произносить надо не хочется, да. Вот идет девушка, подросток, да, и вот прям дым идет коромыслом, как говорится, да. Вот как от этого, вот, как нам с этим бороться? Вот, кто здесь должен вообще какой-то камень преткновения? Не могу ничего сказать, кто должен с этим бороться. Конечно, мы на приеме, на лекциях, на беседах рассказываем, да, рассказываем, предупреждаем. Это же даже хуже, чем сигареты, да? Это же... Конечно, конечно, это еще хуже, это в дальнейшем вообще может приводить к онкологическим заболеваниям, да, именно гортани, не то, что там уже дыхательных путей нижних, я имею в виду легких, бронхов. Онкология, кстати, ротовой полости. Мы вот недавно проводили программу с нашим специалистом-стоматологом. Он говорит, это уже не редкость, онкология ротовой полости. Поэтому я хочу, чтобы сегодня нас услышали, девочки-подростки. Да, да, да. Если лучше не брать лучше не брать, не... И от них еще быстрее зависимость наступает. Труднее потом отказываться, труднее с этим бороться. Так же, как и безалкогольное пиво, оно не бывает безалкогольным. И это не модно абсолютно. Да, поэтому мы за здоровый образ жизни. Вот это сейчас модно. Да, девчонок призываем. Нам очень радостно, что они приходят, они нам говорят, что помимо учебы они загружены, они и на танцы ходят, они и на фигурное катание ходят, и ходят в конный спорт, очень много девочек увлекается. Это отрадно слышать. Ну, я думаю, репродуктивное здоровье это точно только улучшает, да? Конечно. Мне, Никита, ну и пару слов просто вот о гигиене, да, ну, девочек, подросток, это очень важно, да? Ну, вообще вот хотя бы несколько слов об этом. А с какого возраста надо начинать? Ну, я знаю, что вы сейчас скажете, с рождения, да? Ну, с рождения, да, конечно, да, с рождения. Но все-таки, вот что включает в себя гигиена, да? Это же вообще-то, то есть и мышление какое-то должно в этом направлении быть, да, своеобразное? Воспитание какое-то? Начинается все с рождения, чтобы девочка это все откладывалась и приучали, как говорится, себя с пеленок. А мамам быстро, потому что приходят мамы, спрашивают, объясните, расскажите, у меня двое мальчиков, третья девочка, ничего не знаю, ничего не понимаю, страшно, куда, как глубже можно залезть, что, как. Все очень просто. Всех девочек нужно подмывать проточной водой, никаких тазиков, никакой стоячей воды. То есть под краном просто? Под краном. Подмывают спереди, назад, то есть от лобковой части к заднему проходу, и только потом задний проход подмывает, ни в коем случае не в обратном, потому что некоторые говорят, сначала подмываем задний проход, потом уже, чтобы нам не занести кишечную инфекцию в области наружных половых органов. С 5-6 лет девочек нужно приучать уже самих подмываться. А, хочу еще такой момент напомнить, что мамы очень часто говорят, как часто мылом нужно подмывать. Мылом не надо подмывать. Вообще? Вообще. Пересушивать слизистую влагалище у девочек, именно у девочек, до полового созревания не надо. Потому и гели что... тоже к этому и относятся. И гели тоже, различные средства для подмывания. Это все рекламный ход. Поэтому этими средствами, если уж так маме хочется, но один, максимум два раза в неделю. Чаще не надо. Подмывать девочек нужно два раза в день, утром и вечером. Как я уже сказала, с 5-6 лет девочки уже должны сами подмываться. А в подростковом возрасте, если девочка приучена с малых лет, она уже сама будет знать, как себя подмывать. Начиная с менструального момента, когда приходит первая менструация, мама тоже должна ей все рассказать девочке, принимать гигиенический душ также два раза в день, как можно чаще, ну хотя бы 3-4 раза в день менять гигиенические прокладки для того, чтобы, потому что изливающаяся кровь во время менструации это очень хорошая среда для развития микробов.
чтобы у нас не происходило инфицирование. Тепло одеваться, ну как тепло, по погоде, потому что вот сейчас смотришь, в морозы щиколотки открыты. Слава богу, ушли мы от этих открытых пупков, а то вот лет 5 назад у нас у всех были открытые пупки, с этим мы боролись, то есть открытые поясницы, факторы переохлаждения во время менструации, так это стресс для организма, и плюс вот эти вот все факторы переохлаждения тоже оказывают свою негативную роль. А дальше, что бы хотелось сказать, по качеству нижнего белья. Обязательно девочкам носить ХБшное белье или из льна, для того, чтобы кожа и слизистая дышала, то есть синтетикой не увлекаться. А детям младшего возраста, мамам рекомендуем, чтобы они одевали нижнее белье белого цвета, чтобы в структуре не присутствовали красители, то есть не были синего, красного, да, чтобы не было раздражающего эффекта. Ну, вот такие основные рекомендации. Вениамин Никитович, ну и в заключение программы, может быть, какие-то добрые пожелания и подросткам, да, девочкам, и их родителям от врача-гинеколога? Да, от врача-гинеколога, как я уже сказала в самом начале, мы такие же врачи. Бояться нас не надо. Мы всегда рады видеть, всегда рады проконсультировать, помочь, объяснить. Да, некоторым мамам не все понятно, могут они переживать за своих дочек. Пусть мама приходит сначала, мы с мамами побеседуем. И некоторые мамы ходят к своим гинекологам, взрослым гинекологам, у них спрашивают советы. Мы всегда рады помочь. У нас всегда можно на прием попасть, у нас нет таких затруднений. Если уж кто-то не может записаться на прием, пусть к нам напрямую подходит, мы запишем на прием. Поэтому мы всегда рады видеть. И спасибо, мы только за то, чтобы все девочки были здоровы, умнички были, благоразумные, даже так скажем, чтобы у них все было хорошо. Пусть так и будет. Да. Спасибо большое, Венера Никитовна. Ну что ж, вот такой сегодня интересный, откровенный разговор у нас получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. Берегите себя. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.